Бактериальные маты, напоминающие плесень. Дело в том, что они поглощают этот метан, окисляют, растворяют его, и сами затем является тоже такая химиосинтетическая жизнь. Сами затем эти бактерии являются кормом для обитателей. Трескот, Ягомарус. Мы на грунте. Глубина 817 метров. Поняла, 817 метров. Я могу какие-то тонкие, ну, как бы, доскональные градусы не скажу, потому что, когда 4, то, допустим, до 4 градусов может быть, температура воды, она же еще меняется в течение времени года. А, главное, что они вот на таких глубинах еще существуют. А вода чуть-чуть теплее, термальная выходит. Достаточно древнейшие породы, возраст которой гораздо старше Байкала. И кое-где вот на этих твердых породах мы с вами можем видеть корковую губку и даже водоросли достаточно крупные. Откуда же здесь могут быть водоросли? Да? Ведь здесь достаточно глубина-то еще огромная. Оказывается, что подводные течения, перемешивая воду, приносят с мелководья. Вот как раз мы видим, да? Видите останки водорослей, какие-то часть водорослей. Они приносят с мелководья на такие глубины. Благодаря перемешиванию воды. Ну и благодаря этому перемешиванию, конечно, и на разных глубинах вода в Байкале насыщена кислородом. Поэтому обитателей много в разных слоях. Исследования велись и обнаружены, что как раз такие глинистые породы при выходе газа под большим давлением были образованы вот такие отверстия, каверны разного диаметра. Затем уже обитатели Байкала и сами сначала предполагают, что, возможно, какие-то обитатели изготовили себе для жизнедеятельности. Ну, вот Басурская банка, такая возвышенность была найдена на дне Байкала, предположительным чудом это грязевой, древний грязевой вулкан. При выходе как раз газа. Трескот, Ягомарус, глубина 323 метра. Всплывает. Ягомарус, я трескот. Всплывайте до глубины 15 метров. Такие вот ветвистые губки, летающие на Байкале, они могут достигать до 1,5 метра. А есть еще другой формы губки, как мы видели, корковые на камнях, там были губки.
шаровидные и грибовидные муки. Ну, основная, конечно, их задача – это фильтрация воды, пропуская через себя воду. Тамара, Сианда, бактериями или водорослями они и очищают воду.